этой ситуации пытается воспользоваться Филиппе Настер. Пока что, напомню, он идет сразу за пределами очковой зоны и разом 15 баллов виртуально сейчас уступает Джолиану Палмеру. Ошибается, Артур Пик срезает Шикан. Он сейчас будет пускать вперед Ланкастера и, скорее всего, в итоге вперед сможет проскользнуть и Филиппе Настер. И да, в первом лесмо сейчас Филиппе Настер выходит на 8-е место. Таким образом, виртуально сейчас проигрывает уже меньше он Ланкастеру. И для Рене Биндера, похоже, сход с дистанции. Даже не похоже, а точно сход с дистанции. Смотрим, что было у Биндера. Это было сразу как раз за сражением на грани первой десятки. Был у Биндера контакт с Канамасасом. Ну, что же, неудивительно. Я думаю, Канамасас уже может на своей машине, такие маленькие машинки GP2, в честь пилотов, которых он выбил с трассы, ставить. И еще один был момент, посмотрите, позади у Марчелло. И у Марчелло опять же с Канамасасом. Ну что же, в этой гонке уже две машинки он может нарисовать на своем болиде.